Вся Армения должна быть парализована. Вторник, 22 декабря, станет решающим днем борьбы. С таким призывом к народу обратился представитель оппозиции, член партии Дашнак Цутюн Ишхан Сагатилян. Он подчеркнул, что каждый гражданин должен прийти на площадь республики, забыв о своих ежедневных делах. Всеобщая забастовка и акции неповиновения, по мнению оппозиции, решат проблемы армянского народа. Казалось бы, чего еще ждать от членов партии с недвусмысленным названием «Дашнак Цутюн». Вместо конкретных дел во благо населения они пытаются ухудшить и без того критическую ситуацию. Что дальше и как долго армянский народ будет терпеть такой произвол, покажет время.